Зараз буде реально класно і смішно. Смішно саме з мене, тому що мені 28, і я завжди хотів навчитися вправно керувати м'ячем, хотів набивати, навчитися, і я це не зміг. А тепер увага. Сергій Савинюк. Савинок. Савинок. Привіт, Сереж. І Аркадій у нас, друзі, це Сергій відкрив свою власну школу з приводу фристайлу. Так? Футбольний фристайл. Не. А Аркадій, це, я так розумію, сьогоднішня наша головна зірка. Доброго ранку. Слухай, давай почнемо з найголовнішого. Як прийшла ідея відкрити школу? Її не було. Ну, так. Та мені нравилось займатися. Я іскав по різним істочникам і нігде не знайшов. Как бы, я как бы, решил сам зайнятися цим і вже відкрити школу, как бы, коли вже був маленький. Ну, як маленький, подросток. Угу. Ну і нормально. Я так розумію, що вже прям добре все пішло. Да, да. Ну, как бы желание было. Просто да, тренировался и спрашивал у разных ребят, которые уже занимаются хорошо. Вот. И это стало как бы интересно и другим, в принципе. Мне очень это мотивировало, так как это ничем, ну, никто не занимается, конкурентов нет, так я решил этим заняться. Слухай, ну прикольно. От єдине мене, знаєш, що цікавить на даному етапі, чи важко робити вже такі кроки, відкривати школу, власне, коли ти підліток? Ну, это интересно. То есть у меня, я понимал, как бы, что я на тот момент как бы очень сильно кого-то натренировать не смогу, но как бы понимал, что даже то, что я умел уже в том возрасте, это давало какую-то гарантию тому, что хотя бы смогу научить набивать либо на какие-то базовым элементам, я уже умел. Как бы я в тот момент уже и выступал, был опыт выступления, как бы меня приглашали на разные матчи тоже. Поэтому был просто уверен в том, что как бы это у меня получится. Поэтому класс. Мне это нравилось. Мне хочется с тобой поговорить. Аркадий, скажи, сколько ты занимаешься? Фристайлом. 8 месяцев. Так, что наилюбленнейший, какой наилюбленнейший элемент? Вокруг света. Це зараз можемо? Чи? Это, да, ну, как бы, когда ты набиваешь и вокруг мяча, ага. Ногой цепляешь вокруг мяча. Можеш зараз показати? Или... Ну, давай спробуємо. Тобі якась підтримка наша потрібна? Тільки давай так обережно, щоб воно нікуди не полетіло. Воу! Было, стоп. Так, так, клас. Ну, сделал. Полетіло не туди. Слухай, ну, клас, клас, сідай. Так, прикольно. Скажи мені, твої учні, яка вікова категорія? Ну, от, від 7 до, не знаю, там, до 30, до 40, в принципі. Угу. Тобто, в принципі, після 30 нормально приходити казати, хочу займатися фристайлом і... Ну, більше спрашують, щоб більше техніку підучити, особливо тих, хто там, може, не дуже виходить в футбол грати, але дуже хочеться. Угу. Вот, они понимают, что чтобы играть в футбол, нужно как бы как минимум какие-то элементы, владение мяча должны быть. Поэтому спрашивают, интересуются, просят, чтобы помогли. Вот. Но тут как бы больше нужно, чем старше человек становится, тем ему тяжелее как бы заниматься. Тут, как бы, когда особенно чему-то уже научился, но там научился неправильно, как бы это еще тяжелее. Поэтому чем как бы оптимальный возраст, это там с 9-10 лет. Я зрозумів. Так, ви кажете про фристайл і футбол. Да. Це поєднання якесь, чи все-таки це різне? Это ответвление, так сказав. Как бы. Это, те ребята, которые не смогли сильных успехов достичь в футболе, они переходили во фристайл, либо из-за травм переходили во фристайл. Вот. И я, как бы, я всем рассказываю, там ребятам, где там я выступаю на день рождения у кого-то или на каких-то мероприятиях, и те, кто не знает, что такое футбольный фристайл, я как бы на пальцах объясняю, что все финты, которые видите на футбольном поле, придумывают именно фристайлеры.
То есть то, что вот просто это упрощенные элементы, которые действительно кому-то помогают. Так. Вот, поэтому футболисты подсматривают у фристайлеров какие-то интересные фишки для Инстаграма, может быть, для Ютуба. Вот, и чтобы порадовать болельщиков, это намного интереснее играть, когда видят какие-то элементы в футболе, намного завораживают. Угу. Поэтому как бы, это такое как бы побочный эффект интернета, грубо говоря. То есть кто-то научился, начал делиться, и это начало как бы развиваться. Слухай, ну скажи мені, на твою думку, от як власника школи, як людина, яка вже багато років займається цим, у чому головна особливість фрістайлу? Ну, наверное, то, що нужно просто показати то, що ти вмієш. Как бы можна играть руками, грубо говоря, там, пользоваться руками. Ну, как бы не основним атрибут это руки, как бы основной атрибут это ноги. Вот, но как бы можно, это как поединение спорта и искусства. Угу. То есть там есть и спорт, составляющая спорта, и составляющая искусства, где можно фантазировать, что-то придумывать новое, угу. И это прикольно. Ну, тобто, якщо я розумію, це фрістайл – це така вільна досить дисципліна, де ти можеш придумати щось своє. Да, да. Даже, ну, много фрістайлерів йдуть із брейкданса. Много фристайлеров как бы из акробатики, много элементов фристайлеры берут из брейкданса, из акробатики, из йоги, даже вот и в футбольных элементах баскетбола даже берут. Это когда это все вместе красиво придумывают, это интересно у некоторых. Даже некоторые просто катают мячик с танцем, и это так как бы вроде бы кажется несложно, но это красиво, поэтому это. Так, слухай, ну не можу не запитати, з нами сидить Аркадій, твій учень. Да. У чому головні тонкощі навчання дітей фрістайлу? От на твою думку. Ну, всі тонкості, мабуть, ось здесь от, в голові, які є определенні страхи, определенні, там, може бути, убеждення. В основному, как бы, якщо у тебе убеждення, що футболісти не занимаются, ну, как бы не тренируют фристайл, как бы это уже идет блок, который, как бы, ну, я тогда не научусь, если как бы это мне не нужно, как бы, то точно так же, когда есть неудачи, нужно воспринимать это нормально, грубо говоря, что тут нужно, когда ты начинаешь заниматься фристайлом, нужно смириться с тем, что у тебя не получается, и просто упорно делать одно и то же. А делать одно и то же много кому как бы не нравится, особенно если нет результата. Поэтому тут тонкости только вот у кого есть больше трудолюбия, и тут проверяется, насколько хочешь ты научиться. Вот, например, у меня есть пару элементов, которые я тренировал 3 года. То есть я 3 года делал одно и то же на протяжении 3 лет, и это как бы закаляет тебя, и действительно ты отвечаешь каждый раз на вопрос, как бы, хочу я это научиться или не хочу. То есть очень такие испытания самим собой, грубо говоря. Тобто все ж таки правило, яке у нас є по життю, там 20% таланту і 80% роботи, воно все ж таки тут працює. Тут даже, може, навіть 90/10. То есть много, ну, как бы, моє убеждение, то, що даже самый неталантливый, может быть, некоординированный мальчик или девочка, или там есть дедушка, то просто трудолюбием и желанием можно как бы наверстать все, что как бы у тебя нету. Есть много примеров, там 80-летние дедушки делают такие элементы, которые даже, ну, зрелым ребятам тяжело. Как бы. Но это тут все только трудолюбие, наверное, талант в трудолюбии и терпение, грубо говоря, так выражается. Ну, терпіння, на мою думку, це досить таки важливо в даній дисципліні. Да, да. Так, ну, хочеться також запитати, наскільки, в принципі, важко оволодіти м'ячем? Ну, от фристайл, так? Давай зараз, наприклад, візьмемо категорію плюс 30. От приходить чоловік, там йому 33, умовно, каже, ну, от хочу фристайлом. От скільки в середньому потрібно часу на це? Індивідуально. Ну, тобто у кожного по-різному? Так, да, тому що хтось, наприклад, ні разу не трогав м'яч за 30 років. Ну, може бути, це вряд ли таке случається, ну, допустим. І у нього, як би, нет ніякого опыта. І він просто як губка може впитувати те, що я йому говорю, как бы просто правильно поставити ногу, правильно там держати корпус, о правильных вещах думать во время этого. Вот, и тогда это может намного быстрее. А если ко мне
там приходят некоторые, которые говорят, ну, я уже умею, но мне нужно подкорректировать. И я вижу, что как бы, ну, он умеет, но не так. И тогда уже проблемы, когда ему нужно смириться, что он делает неправильно, и нужно просто все заново начать. А когда есть привычка делать неправильно, это еще намного тяжелее. Поэтому все сугубо индивидуально, зависит от желания ученика. Вот, и как бы от этого все отталкивается. То есть моя, если мы речь говорим о детях, то тут составляющей должен быть тренер, участвовать так. В этом процессе, ученик и родитель. То есть когда вот этот есть симбиоз этих трех вещей, тогда идет больше всего прогресс. Я зрозумів. Так, ну слухай, на завершенню мені хочеться, напевно, подивитися на Аркадія, бо я в захваті, чесно кажучи. От, ти знаєш, я просто в ньому бачу себе. Проте я так і не навчився. Я не знаю, чого мені не, ну, що є, що мені не вистачило. Дуже дуже багато таких зрілих мужчин, які в далекому дитинстві мечтали, і це проявляється навіть зараз, і тому деякі інтересуються і просять якісь майстер-класи, там індивідуальні тренування, але це якби не збитечно. Мечта, которая у кого-то, может быть, была, и так. Вот не знает, как ее достичь. Вот это тоже как бы определенная аудитория есть. Так, я розумію. Ну що, зірка нашого ефіру, ти не проти показати ще якісь елементи, які тобі найбільше подобаються? Ну, попробуй, попробуй. А музички нет? Так, ну давай на завершення, тому що на жаль, у нас трішки мало часу, і музики, на жаль, зараз вже не встигнемо. Давай, от те, що тобі подобається, от як ти вважаєш, буде правильним, так і роби. Та фрістайл. Йоу. Клас! Класс. Ну, это чисто еще и футбольные элементы, которые помогают, и красиво. Ну, то, что я говорю, просто катание мяча, это тоже может быть красиво и сложно. Поэтому... Слухай, ну, дозволь, я потисну твою мужню руку, тому що мені дуже хотілося з тобою вийти на поле, проте я розумію, що ти мене, знаєш, не то, що 1-0, а 100-0 просто взяв і обіграв. Серьож, я також тобі дякую. Дякую, що прийшли до нас, друзі. У нас сьогодні була дуже змістовна розмова. У нас Сергій Савинок, керівник школи футбольного фрістайлу, був у студії, і також його учень Аркадій. Аркадій, ти крутий. Я тобі бажаю успіхів, нехай все складається в твоєму житті з користю для тебе, в тебе все вийде. Так, на сьогодні ми наш бадьорий прямий ефір завершили. Проте, якщо раптом так сталося, що ви пропустили, нічого, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» обов'язково підписуйтесь, ви можете подивитися усі сьогоднішні інтерв'ю. А щоб ви точно не пропустили наші новини, натисніть дзвіночок, який буде сповіщати, що на YouTube-каналі вже є нова інформація саме для вас. Ha 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 ha